Латвийское телевидение, журналист Юдита Чунка. Президент, разрешите, разъясните, пожалуйста, ситуацию, что насчет российской базы. Тут много всяких сплетней, даже... Вы так плохо следите за... как там на самом деле есть? Где там? Будет в Беларуси российские базы, что вы ответите? Вы знаете, нам не надо никаких баз. Поймите одну простую вещь. Я тут ни перед кем не заигрываю и на злобу дня не высказываюсь. У нас, во-первых, мы с Россией не только строим союзное государство, но мы сейчас в ОДКБ. Это военно-политический союз. Так как вы в НАТО. Так? Так. В рамках ОДКБ у нас разделены зоны ответственности. Мы находимся на Западе, в непосредственном соприкосновении со структурами Североатлантического альянса. Так? Так. Это факт. Исходя из этого, мы не хотим воевать, мы всегда об этом говорим, но порох держим сухим. Исходя из этого, так как вы впереди идете в этом процессе, так и мы выстраиваем некую адекватную политику, военно-политическую. Мы в связи с этим в рамках ОДКБ и союзного государства, прежде всего союзного государства, заключили с Россией соглашение и массу в развитии этого соглашения договоров по обеспечению нашей экономической, политической стабильности и военно-политической в рамках союзного государства. Это, я вам просто напоминаю, это же не секрет. Мы здесь, на западном направлении, вместе с Российской Федерацией создали соответствующую военную группировку. Основу этой группировки составляет белорусская армия. 70 тысяч штыков на сегодняшний день. Она постоянно совершенствуется, модернизируется. Мы смотрим на конфликт в Украине, в Сирии, в Ираке раньше, в других местах. Смотрим, какими методами сегодня ведутся вот эти войны или горячие конфликты. И делаем соответствующие выводы, приспосабливая наши вооруженные силы к этим конфликтам. В связи с этим, признаюсь честно, нам трижды, первый раз после иракской кампании «Бурю в пустыне» США, мы перевернули не только концептуально, но и практически строительство своих вооруженных сил. И после этого дважды, последний раз после украинского конфликта, приспосабливая свои вооруженные силы к возможному какому-то конфликту. Так вот, из этого запомните одно. У нас с Россией договор по созданию вот этой на западном направлении, наша зона ответственности прежде всего, группировки. Я, конечно, не могу вам в подробности все рассказать, где какая часть расположена и так далее. Хотя это тоже небольшой секрет. Но суть состоит в том, если, не дай бог, на Западе возникнет конфликт, белорусская армия решает проблему конфликта прежде всего своими вооруженными силами. Буквально в течение нескольких дней Россия своими вооруженными силами нас поддерживает. Таким образом, упаси нас Господь и латышей тоже нам в это время воевать. То если придется, но если придется, не дай Бог, еще раз повторяю, вы не вырывайте мои слова из контекста, не выбрасывайте ничего. Это вы умеете на Западе делать. Я воевать не хочу, но не дай Бог придется. Дело не в базах, а дело в том, что мы насмерть, как это когда-то было, будем с россиянами, с русскими людьми и всеми теми, кто хочет нас поддержать, стоять здесь насмерть в Беларуси. Скажите, для того, чтобы сейчас обеспечить вот эти условия, нам нужна какая-то база, особенно военно-воздушных сил? Что решают самолеты, которые, военно-воздушная база, это самолеты, которые будут перебазированы, допустим, с России, там 5-6 самолетов или 10, ну, где-то 24. Под... А? 24. 24? Полк. Полк, допустим, полк. И будут они... посажены на какой-то аэродром, у нас их хватает. Что они решают? Если бы они в Пскове, Смоленске базировались, это что, разница большая? Нет. Нам не это сегодня надо. Нам надо, если уже надо,
Хотя мы в основном горячую проблему решили. Противовоздушная оборона. Вот что главное для Беларуси. Я рассказывал, когда я поставил вопрос, у нас было два направления слабо прикрытых. Одно из них Брестское и другое под Минском. С-300, С-400 я перед россиянами поставил вопрос. Военными. Наши военные сначала. Нам надо закрывать это направление. Времена были не такие плохие в России. Ну, денег не нашлось. Я тогда попросил, так хорошо, у вас в резерве есть С-300, которые вы сняли с вооружения, заменив С-400, отдайте их нам. Нет, просто не можем. Мы купили их. И наши ребята их модернизировали полностью. И мы все направления закрыли. Но если бы Россия нас подкрепила ракетным вооружением, нам не надо было бы создавать, тратить огромные деньги для создания таких систем ракетных, как «Полонез». Это тоже уже не секрет. В районе 200 километров дальность действия. Это не против Латвии, не волнуйтесь. Эти ракеты Латвию перелетят и в Балтийское море цели могут поражать. Ни в коем случае не против Латвии. Но мы вынуждены были это сделать. Мы сделали это без России. Хотя я тоже просил Российскую Федерацию, вы нам помогите, чтобы у нас были свои системы. Сегодня мы работаем над другими системами, которые сегодня сделают, запомните это, невозможными войну против Беларуси. Самолеты, даже если это будет полк, они не охладят натовские головы, а ракеты – да. Поэтому ПВО и ракетные системы, мощные ударные ракетные системы, которые будут использованы для обороны Беларуси и России, потому что это наша зона ответственности. Вы должны знать, если вы нам скажете, что вы захотите воевать в своей территории или Польше с Россией, вы нам скажете, мы, мол, беларусы, мы будем с ними воевать, вы ни при чем, даже нам не говорите, мы сразу же начнем против вас войну. У нас соглашение, договор с Россией. Мы будем защищать здесь, в Беларуси, не в Украине, не в Сирии, не где-то там на юге, а здесь мы обязаны защищать российскую землю здесь. Через несколько дней нас будут подкреплять и самолеты, и ракеты крылатые, и прочее, прочее, прочее российской стороны. Я вам достаточно прозрачно об этом рассказал. Спасибо. Сегодня нам, если Россия согласится передать нам полк самолетов 24, завтра там будут пилоты, самые лучшие пилоты белорусских вооруженных сил. Я недавно говорил, у нас прекрасные вузы созданы, у нас прекрасная практика. Мы купили у России самолеты учебные, на Западе купили, по-моему, Чехии самолеты. И Яки, и Л-39 или 38 самолетов, у нас их 10, и уже 4 или 5 российских купили. На чем Россия обучает своих пилотов? Учебные боевые самолеты. Мы готовим прекрасных летчиков. Встает вопрос. Зачем? Если мы можем сами обеспечить это. Возможно, мы еще... Я действительно с Путиным не обсуждал эту проблему. Я вам клянусь, не обсуждал. Это просто вытащили в средства массовой информации с России, наверное, с заседания правительства и вбросили эту информацию непонятно зачем. Мы с Владимиром Владимировичем обсудим эту проблему. Если Россия видит, что мы где-то чего-то... Ну, мы чего-то не видим, хотя... Мы ближе к вам, мы видим больше, чем Россия. Но вдруг, Россия нам скажет. Может, мы в чем-то ошибаемся. И если вопрос в военно-воздушных силах, то вопрос будет поставлен однозначно. Пожалуйста, дайте нам эти 24 самолета. Не хотите отдать, продать, дайте в аренду. И это тоже вариант. И мы их будем на наших базах, у нас места предостаточно. Не надо тратить деньги, у нас их нет. Я и сомневаюсь вообще, что Россия готова и будет создавать эту базу. Это огромные деньги. Но главное, что любую базу, их хватает Беларуси, ВВС, мы обеспечим. Если Россия на это не пойдет, я уже тоже вам говорил, 10-й самолет, который я поручил в ноябре месяце, вооруженные силы поступят, модернизированные. На нашем заводе модернизируем, еще 10 в будущем году. Те же 20 самолетов, которые я когда-то просил у Владимира Владимировича Путина. Но я только не понимаю вас, вы чего, возбудились?
Допустим, эта база была бы в Беларуси. Какую проблему она решает? Ну какую проблему эта база решает? Какая разница для Су-29 подняться с аэродрома в Бобруйске или же с Пскова, или Смоленска, или даже с Москвы? Какая разница? Абсолютно никакой. 500 километров – это не расстояние для этого самолета-перехватчика. Поэтому просто журналисты это схватили, начали это, знаете, извините меня, мусолить в средствах массовой информации, пугая народ. Не надо пугаться. Вот вам честная, искренняя позиция. Возьмите все, что я сказал, еще раз переосмыслите, и вы там увидите, что я действительно искренне об этом говорю.